Еще буквально 10 лет назад так называемые трудноизвлекаемые запасы нефти были ресурсами. Сегодня трудная нефть добывается с лучшими показателями, как, например, на встречном месторождении до 352 тонн в сутки. Таких результатов удалось добиться благодаря применению современных технологий бурения и мероприятиям по увеличению нефтеотдачи пластов. Подробности в сюжете. Небольшое, но перспективное. Месторождение со звучным названием «Встречное» расположилось в 55 километрах от Пытьяха. Первый приток нефти здесь получили в 1997 году и продолжили бурить дальше. Пласты чаще всего оказывались водонасыщенными. Продуктивную часть пласта ЮЗ-2 вскрыли в 2012 году, а за последние 10 лет добыли более 7 миллионов тонн черного золота. Весь производственный процесс добычи обеспечивается ДНГ-16. Это более 150 человек. Извлекают нефть из-под земли разными технологиями бурения. В 2022 году здесь запустили скважину по технологии фишбон, многоствольную, когда от горизонтального ствола по особым траекториям расходятся множественные ответвления. Стартовый дебит скважины составил 500 тонн нефти в сутки. Это на 60% больше по сравнению с показателями стандартных горизонтальных скважин на этом месторождении. При строительстве скважины использовались современная роторно-управляемая система и комплекс коротажа, что позволило с высокой точностью провести бурение. На месторождении 7 кустовых площадок, а фонд скважин насчитывает 79 штук. На всей территории лицензионного участка выделяются 2 нефтяные залежи. Относятся они к Тюменской и Сартымской свитам. Такие залежи называют трудной нефтью. Благодаря современным технологиям бурения, таким как фишбон и мультистадийный гидроразрыв пласта, трудноизвлекаемая нефть становится основным драйвером добычи в нашем регионе. Делая ставку на инновационные технологии, компания «Роснефть» считает основным фактором конкурентоспособности технологическое лидерство. Сегодня РН «Юганскнефтегаз» является ключевым добывающим активом нефтяной компании «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тысячи квадратных километров. В 2022 году предприятием добыто более 64,5 миллионов тонн нефти и 5,7 миллиарда кубических метров газа. Инна Болдина, Алексей Рудич,